сорт томата «Двойной восторг Дона». Вот такой вот красивейший, замечательный сорт на оранжевом фоне. Красные, малиновые штрихи, разводы. Высота куста в открытом грунте может достигать от 1,50 м до 1,80 м. Среднего срока созревания этот сорт. И сорт крупноплодный. Масса плода может достигать до 450 грамм. Куст мощный, крепкий. Можно выращивать в два стебля. В разрезе томат ярко-малинового цвета, очень мясистый, многокамерный и очень сочный. Назначение этого сорта салатное, можно употреблять в свежем виде, также можно делать различные соусы, соки. Этот сорт можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте. Единственное условие, этот сорт очень любит солнечные места. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.